14 февраля, в День всех влюбленных, на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось поздравление олимпийской чемпионки в женском одиночном катании, российской фигуристки Ани Щербаковой, с Днем Святого Валентина. Об этом сообщил фан-клуб спортсменки Тим Щербакова в своем телеграм-канале. Поздравление от китайских болельщиков было показано на экране, расположенном на фасаде одного из зданий. На фото Анна изображена в момент награждения золотой медалью на играх в 2022 году в Пекине. Сама Анна вместе с другими звездами фигурного катания выступала в Москве на фестивале «Влюбленное фигурное катание», после чего сделала репост публикации на свою страницу в соцсетях. Александра Трусова оценила свое выступление на фестивале «Влюбленное фигурное катание». Премьерой номера довольна, вроде бы все получилось. Идея была Светланы Владимировны Соколовской. Я думала, что под мужской вокал будет странно кататься, но потом, когда начали ставить, мне это все очень понравилось. Ставилось это к чемпионату России. Концепция шоу в стиле фэшн понравилась. Когда я приехала, я очень удивилась. Было необычно, но интересно. Стиль придумала сама. Я сама всегда все делаю, одеваюсь и крашусь так, как мне хочется. Также она ответила на вопросы, каково выступать в День влюбленных. К любому шоу я примерно одинаково настраиваюсь, и мне приятно выступать. В День влюбленных я выступаю в первый раз, очень приятно. Я считаю, что в любом деле, если не любить это дело, ничего не получится. Конечно, я очень люблю фигурное катание, люблю кататься. Обменялись ли подарками с Марком? Да, мне понравился его подарок, но какой он, я говорить не буду. Марку мой подарок тоже понравился. Марк Кондратюк также рассказал, каково встречать 14 февраля на катке. Знаете, за свою пока не длинную, но все-таки карьеру я встречал и дни рождения на льду, в том числе на соревнованиях, и Новый год. 14 февраля именно на шоу не помню, но сегодня точно здесь. Поэтому и для меня, и думаю, для всех спортсменов это абсолютно нормально, когда и в день рождения, и в какой-то праздник приходишь тренироваться, потому что это твоя работа. Это нормально. На этом у меня все. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Всем пока!